Здравия желаю, уважаемые подписчики и посетители. Много спрашивали, как сделать светильник экономный, обогреватель экономный. Сейчас покажу, это просто. Вот смотрите, берем патрон, вот он, керамический. Прикручиваем к проводу, сюда вилку. Патрон вот это керамический, обязательно керамический должен быть, чтобы не спалить. Дальше берем коробку, вот она, короб из блока питания, все вытаскиваем с него, оставляем только вот саму коробку. Берем от старого прожектора вот эту отражатель, ложим на дно. Так, дальше. Сюда ложим вот так. Вот так ложим. Закрываем крышкой. Вернее, нет. Сначала ложим. Потом подбираем лампочку. Допустим, если у вас очень холодно, сотку. Возьмем сотку. Сотка. Обычная лампочка на 100 ватт. Сотка. Так. Дальше. Дальше берем лампочку. Закручиваем. Вот так закручиваем. Ложим сюда. В отражатель. Вот так. Закрываем крышкой все это хозяйство. Еще раз проверим. Все нормально. Закрываем крышкой. Так, крышкой. Так. Закрыли крышкой. Дальше. Градусник. Вставляем градусник. Куда? Вот куда-нибудь дырочку. Дырочки. Вот сюда, вот. Или вот. С этой стороны. Тут и нет. Вот. Вот с этой стороны. С этой стороны вставили. Так. Включаем сеть. Так. И ждем прогрева. Прогрев такой сотки. Минуту за 5 до полного. Потребление, значит, 100 ватт. А греет как на киловатт. Это об этом я показывал ролик. Вот начало прогреваться. Ждем до полного прогрева, потом замеряем температуру на выходе. Сейчас, вот сюда даже. Вот сюда. Здесь. Вот здесь посильней. Вот сюда.
температура пошла вверх потихоньку. Но это еще градусник, он сразу не показывает. Надо электронный. Он пока не, сам не нагреется, не покажет. Вот сейчас уже 50. Еще подождем. 50 градусов Цельсия. Или 120 градусов по Фаренгейту. Продолжается нагрев. Вот уже 60 градусов. По Цельсию. Продолжается нагрев. Семьдесят градусов по Цельсию. Еще подождем максимально. Продолжается нагрев. Семьдесят пять. Продолжается нагрев. Восемьдесят градусов по Цельсию. Продолжается нагрев. Восемьдесят пять градусов по Цельсию. Продолжается нагрев. Девяносто градусов по Цельсию. Продолжается нагрев. Девяносто градусов по Цельсию пока. Подождем, может до 100 догонит, а может и нет.
95 градусов по Цельсию. Ну, давай на 100. Итак, 100 градусов по Цельсию, температура кипения воды. Кто еще там сомневается? 100 градусов Цельсия. Видите, прогрев. Что она дает эффективность, значит, как и 2 киловаттка. То есть где-то 1000–1500% больше. Вот. Слюна сразу испаряется. То есть вот так можно сделать печку. Если вам это много, это на сотку. Трата, значит, 100 ватт в час. И обогреет комнату 10 метров без проблем. То есть КПД такой системы по сравнению с магазинными. КПД в сравнении у нас не менее 1000%. Можете делать, как видите, это все просто. Главное, фарфоровый патрон кладите и отражатель. Большое спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде и обороне. С наступающим Новым годом!